первый создал Адама, а потом из его ребра сделал Еву. Поэтому, конечно, Адам, мужчина должен всегда охранять, защищать женщину. Это все правильно. Но если получается иначе, надо как-то с этим бороться. Либо как-то говорить, что что-то неправильно сделано. Ну, все это идет по пути жизненному. Так, но не вам судить про это. Не вам. Хуйню несешь, короче.